Сегодня мы решили с Танюшкой сыграть в игру народную, экономическую, миллиардер в мире сказок. Вот. Здесь все просто. Есть кубик, вот есть две фишки, или сколько у вас игроков. Сначала каждому выдаются денежки, потом начинаем бросать кубик. Давай. Твикс. Два. По щучьему велению будешь покупать? Да. Платим. Сколько? 80. Можешь 100. Что значит можешь 100? А банк тебе даст 20. Ага. Понятно. То есть тут такие денежки есть. А. Разменные. Дальше. Давай. 4. 1, 2, 3, 4. Спящая красавица, покупаю. Отлично. То есть можно купить и можно отказаться, да? Угу. Отлично. Да. Как раз для детей вот 1-2 класса королева тоже подойдет. Взрослым, конечно, немножко скучновато играть, но это для детской игры. Какого возраста? От 6 лет и старше. Изготовитель Республики Беларусь. Спящая королева. Не рекомендуется детям до 3 лет. Могут проглотить кубик или фишки. Красавица. Так, ну что, дальше мне кидать? Да. 4. 1, 2, 3, 4. Ты покупаешь дюймовочку? Давай, покупаем. Это 120. 120, так, 120. Ну, в общем, вы поняли смысл игры.